Доброе оранжевое утро, дорогие друзья! В последнее время мы очень часто вспоминаем Владимира Высоцкого, и сегодняшнее утро не исключение. В студии Екатерина Орлова и Михаил Кириллов, у нас в гостях Никита Высоцкий, директор музея Высоцкого в Москве. Здравствуйте! Доброе утро! Доброе. Так, ну, во-первых, у нас тут серия мероприятий, которые уже прошли в Новосибирске, посвященные Владимиру Семеновичу, ну и будет концерт. Собственно говоря, который просим вас рассказать. Да, баллада о Высоцком. Ну, это программа, которую сделал Дмитрий Певцов. Угу. У него в прошлом году, вот прошлый весь год, это был такой год 80-летия, да, отца моего. И так получилось, что и у Димы тоже юбилей. И вот он сам себе сделал такой подарок, и всем, кто его любит, и кто любит Высоцкого, он сделал такую программу, которая называется «Баллада о Высоцком». Mm-hmm. Записал пластинку, он много лет поет Высоцкого, вставляет его всегда в программы свои, он участвовал, скажем, в моих проектах, которые я делал, там, в своей колее и в других. Вот, и вот он сделал такую программу, мне кажется, очень своевременно, потому что, во-первых, он хорошо это делает, и музыканты у него очень хорошие, и своевременно, потому что вот эти годы, вот уже 80, вот уже 81 год, все больше людей уходит вот из поколения Высоцкого, mm-hmm. и тем более старших людей, чем он. И, скажем, вот наше поколение с Димой, наверное, последнее, которое помнит и может сказать, вот мы там видели, помним это время, там что-то застали, где-то были на концертах, где-то были на спектаклях. Вот, и Дима сделал, и насколько вот я имел возможность, я не всегда с ним выступаю, потому что я мелкий чиновник, вы уже сказали, что я директор музея, как чиновник от культуры, у меня есть обязательства, я не могу вот так вот просто взять и там, если у артиста, допустим, нету спектакля, он сел, поехал и спел там или сыграл что-то где-то на выезде. У меня так не получается, но иногда он меня подключает, меня приглашает, чтобы я в этой программе, которую он сделал, которая называется «Баллада о Высоцком», выступил там со стихами, с какими-то там словами, речами. Вот, что я с удовольствием делаю, и особенно, конечно, здесь я люблю и город этот, и здесь и отец мой выступал, и здесь так и замечательный памятник Высоцкому стоит, ну и так дальше. Здесь есть такое сообщество, вот вокруг такого Олейникова, думаю, может быть, с тем, кто интересуется, наверное, да, фамилия знаком, угу. Вот, и поэтому... Поэтому вот такая история. То есть это песня Высоцкого, которую поет Дима. Он всегда это делает по-своему. Мне кажется, что вообще петь Высоцкого, подражая ему, это, ну, это, в общем, заранее обречено на то, что тебя будут сравнивать, как минимум, и ты проиграешь, потому что это его, а ты просто копия. Вот. А копия всегда хуже оригинала. Дима делает это по-своему, делает это очень внятно, очень как-то, я не знаю, от себя. И получается такая очень энергетичная, очень насыщенная, очень музыкальная. Они очень прибавили вот именно в музыкальной составляющей по отношению к тому, что делали раньше. Вот. Мне кажется, это интересно и имеет смысл. Угу. Сходите, посмотрите. Вот вы как раз вот упомянули о подражании. Недавно вот у нас в гостях были барды, которые также готовятся к фестивалю памяти Владимира Высоцкого. И они сказали, что долгое время стеснялись исполнять его произведения, потому что спеть как оригинал невозможно, а если спеть хуже, то будет очень стыдно. Вот этот момент у Дмитрия Певцова, извиняюсь. Да. Ох, какая оговорочка была интересная. Да. Как этот момент у него происходил? Он в итоге остался в своей манере, не пытался подражать, да, потому что это довольно такая сложная грань. Тоже у него был такой период, он об этом говорил неоднократно, я это знаю, просто я это видел. Он любил Высоцкого, но где возможно пел, но и стеснялся с этим выходить именно вот в программах. Вот. Но тут дело в том, что мне кажется, что вообще, опять же, не в совет вот бардам, которые приходили вам в гости. Мне кажется, что если хочется, на самом деле хочется петь эти песни, а многим хочется, то найти свое звучание возможно. И Дима нашел, и, знаете, как, ну, тоже такое общее место, да, что песни живут, именно песни, да, когда их хочется петь.
А когда это где-то вот, ну, там кто-то поет, ну, там, ну, послушали, там, поностальгировали, это уже такое немножко, это уже прошлое, да. А когда хочется петь сейчас, хочется и этими словами, этой мелодией, да, рассказывать о себе, о своем понимании жизни, это нужно делать. Я знаю, многие придерживаются вот такой позиции, что вот, мол, что, включили Высоцкого и слушайте, он это делал. И даже ссылаются на него, у него есть такие слова, что говорит, я вот сам себе там и автор, и оркестр, и исполнитель, вот что хочу, там хочу строчку добавлю, хочу убавлю, мол, не люблю, когда мои песни поет кто-то другой. Он не совсем, то есть, пример, он так говорил, но думаю, что он имел в виду, то есть уверен, что он имел в виду, он не любит, когда его песни поют неуважительно к его авторской воле, неуважительно к его теме, да, к его пониманию того, что он сделал, неуважительно к его авторству. Но если это уважение есть, а, скажем, у Дмитрия, конечно, оно есть, вот, и он не только там слова и мелодию сохраняет, но он очень чистый, очень серьезно к этому относится, и когда, самое главное, когда это делается хорошо, я думаю, ему это нравилось, когда его песни пел, там, скажем, там, Папанов или Гурченко, или актеры театра, там, Межевич Дмитрий, он его хвалил, к сожалению, все поуходят уже, очень много прошло времени, и вот 81-й день рождения, и понятно, если ему 81, то людям, которые его современники, которые его слушали, которые воспитывались на его песнях, им тоже, в общем, уже прилично лет, а многих уже просто и нет. Ну вот, вернемся все-таки еще к концерту, да, в Доме ученых, напоминаю, 9 февраля будет. И вот вы сказали, что там будут песни, естественно, Дмитрий Певцов. Вы будете рассказывать стихотворения, да, какие-то стихи? Ну, давайте, и монологи, житейские истории. Про меня мы не будем говорить, потому что, мне просто не интересно, что там все будет. Зависит именно от моей судьбы, вот, чиновничьей, получится, не получится. Вот, именно что касается 9 числа. Вот. А вообще, нет, Дмитрий не... Это не такой вот концерт. Вот, нет, он общается, он говорит. А, тоже он, да, у него есть и вставки вот таких поэтических текстов. Потом, ну, я не знаю, многие, особенно молодые люди, может быть, не знают. В свое время Дима тоже играл Гамлета, например. Вот. И для него вот это вот тоже тема, как бы, такая театральная тема Высоцкого, она важна. Вот, поэтому это, безусловно, песни, но это для тех, кто любит песни Высоцкого, и для тех, кто любит Певцова, потому что у Димы, у него армия поклонников, да. И люди ждут от него обязательно каких-то, ну, вещей, которые связаны только с ним, вот, и они тоже будут. А вот как он, программу, вы знаете, как он выстраивал? Какие песни он знаете, выбирал? Это же не случайно. Он очень свободно себя ведет, то есть он очень много, у него есть основа, есть эта программа, вот, которая может, на самом деле у него Высоцкого в репертуаре гораздо больше, чем то, что вошло первоначально вот в пластинку и в программу. Вот баллада о Высоцком, он может ее расширять, и у него есть очень хороший свой репертуар, который временами созвучен этой программе, вот, и эти песни тоже исполняются. И я знаю, что их ждут, и в этом нет ничего плохого, то есть когда вот актер выполняет вот эту вот свою программу, а потом добавляет, бестирует там, и показывает то, что люди от него ждут. У меня есть один приятель, вот, он, ему прилично лет, и он пишет, он продолжает работать. Вот. Очень знаменитый человек, просто он меня не уполномачивал говорить. И он говорит, я пробовал делать только новое, потому что у него там, ну, что не год, то программа. Вот. Но зрители, слушатели, он говорит, я пробовал, они слушают очень внимательно, они радуются каким-то своим новым открытием, но они хотят услышать то, что они там любят 20-25 лет там уже, и они хотят, и он это делает, он идет, это же концерт, это для людей, для зрителей, для тех, кто любит этого исполнителя, поэтому там есть в этой программе, повторяю, песни, в финале этой программы будут обязательно песни не только Высоцкого. Так что, я думаю, одно другому не помешает.
Вот, поэтому я говорю, это история и для тех, кто любит Высоцкого, и для тех, кому интересен Димас. У него замечательный бэкграунд, он много работал там в театре, в кино. У него очень такая длинная, уже богатая концертная судьба, именно исполнительская, как вокалиста, как певца. Друзья, мы продолжим наш разговор после небольшого информационного блока. Друзья, мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, что мы вас приглашаем 9 февраля на концерт, посвященный Владимиру Высоцкому. Состоится он в Доме ученых в Академгородке. Да, все верно, Михаил. Я придешь? Проконтролировал. Все, ты тоже придешь. Обязательно. Хорошо. Ну вот у нас в Новосибирске прошло несколько мероприятий, как раз приуроченных Владимиру Высоцкому. В частности, они стоялись вот накануне дня рождения. Расскажите, есть ли у вас какие-либо семейные традиции, как вы отмечаете этот праздник? Вспоминаете, вот начинаете на день рождения. Ну, вы знаете, на самом деле мешать такое что-то личное и вот такое мое общественное положение. Понятно, что я участвую, как вы говорите, принимаю участие в мероприятиях. Угу. Вот, и, конечно, у меня есть какой-то такой свой семейный ритуал, как я отмечаю и памятные дни отца, и, естественно, и день рождения. И я это, как правило, делаю после, вне мероприятия, и я стараюсь остаться с кем-то из близких, и иногда даже мне, в общем, особенно и никто не нужен. Но это не то, что я там сижу и горькую пиво, вот, но у меня, как бы, это мое личное, это закрытое, я никого на это не приглашаю, это моя жизнь. Вот, а моя, что ли, вот такая профессиональная жизнь, вы меня объявили, я директор музея Высоцкого, вот. Угу. Открытие выставки, мы год были закрыты в музее Высоцкого в Москве, вот, и мы сделали новую постоянно действующую экспозицию, такая очень, она с использованием современных вот таких выставочных технологий, такая достаточно яркая, иногда вызывающая такая, но при этом она как бы сохраняет вот что ли дух Высоцкого, суть того, что в нем было. И основа, конечно, это не компьютеры и экраны, хотя это очень важно, туда можно сейчас закачивать очень много информации, это позволяет делать такое некое такое игровое взаимодействие с теми, кто приходит на выставку. Вот, но все равно основа – это документы, это вещи, которые хранятся в музее, есть целый зал. Это песни Высоцкого, то есть человек может посмотреть, если возможно, увидеть. Мы наделали таких клипов на те песни Высоцкого, особенно на ранние, которых нет на видео. Угу. Вот. И, в общем, я понимаю, что это современно, но при этом это с уважением и к нему, и к его времени. То есть, вот мне кажется, что самое главное вот в том, что касается, ну, скажем, вот деятельности тех, кто занимается Высоцким, это вот сохранять, с одной стороны, уважение к тому, что было, а с другой стороны, это сегодняшний день, мы живем сегодня, надо понимать, что там молодые люди, вот я просто видел, как они ходили по старой экспозиции, он там минут 5-7 он слушает экскурсовода или там так смотрит на него, это потом открывает свой телефон, лезет в Википедию, там ему сказали какую-то фамилию, он не знает, он начинает искать, там, и потом он улетает, оказывается, у него там куча сообщений, и все, понимаете, вот, и он теряет, и поэтому, конечно, коммуникацию надо прокладывать всегда современную, и тем людям, которые делают фестивали, конкурсы, и правильно, что это там обращено всегда там к молодым людям, я знаю то, что происходит здесь, в Новосибирске, ну, не то, что докладывают, но я интересуюсь. Вот, это правильно, потому что, я повторяю, сочетание вот дня сегодняшнего и того, что было, потому что, в общем, Высоцкий, его время – это уже история, а для многих молодых людей уже, знаете, так же далеко, наверное, как Бородинская битва. Где это там? Когда-то было. А вот, кстати, вам не удавалось побывать у нас на мероприятиях, посвященных? Почему я бывал? Вале, и да. Как вам? Ну, вы знаете, тут, во-первых, я вообще, ну, тут это долго объяснять, но одним словом, когда люди любят то, что любишь ты, это всегда трогает. Вот. И почему вот там, я не знаю, там встречаются, я не знаю, два болельщика, не будем называть какого клуба, и вдруг они видят там, и они бросаются друг к другу, как родные, да. Наверное, у меня также я люблю, кроме того, что это мой отец, я люблю то, что делал он, его творчество, его песни. И когда я вижу людей, заряженных вот таким же чувством,
Конечно, это очень важно. То есть меня легко купить, то, что называется, да. Вот. Но я знаю, что здесь к этому, ну, серьезно относятся. И, скажем, когда лет 6 назад или 5, мы привозили сюда такую большую программу, она называлась «Я, конечно, вернусь», то вот просто вот без поддержки вот этих людей, без знания вот специфики, их знания специфики там, региона, как это сделать, что нужно, что не нужно, кого позвать, мы просто не справились, потому что там, конечно, это была тяжелая концертная программа, это не то, что там привезли звезду, большая, тяжелая, тоже с оркестром большим, много исполнителей, вот, и то, что здесь серьезно к этому отношение, и такое, ну, как сказать, оно давнее тоже. То есть вот Толя Олейников, он не вчера начал этим заниматься, опять же, здесь, наверное, это известно. Угу. Вот, и он делает и фестивали, он сдает журнал, он привозит сюда людей. Вот он, допустим, делал, скажем, то, что вот моему фонду не удалось, там, хотя и он мне помог. Он привез сюда Костю Казанцева. И потом Костя от вас, просто потому что Толя его попросил, поехал ко мне в музей и выступил там. Вот, ему удается очень много, он энергичный человек. И не только он, люди, которые с ним. Я вот видел тоже небольшой сюжет как раз вот с фестивалем, с бардами, которые вот делают по вашему каналу, которые вот сделали такой фестиваль в городе. Не знаю, это правильно, это замечательно. И главное, что вот я говорю, вот смотришь на экран, человек делает то, что он хочет, не то, что ему там кто-то сказал. Там. Угу. Поэтому получается много. Угу. А вот ваши личные, если взять воспоминания, вот есть ли какой-то яркий самый момент, вот, связанный с Владимиром Семеновичем? Ну, вы понимаете, таких, наверное, очень много. Много или мало? Дело не в этом. Дело не в этом. Просто я несколько раз пробовал, я клянусь вам, публично воспоминать. Во-первых, очень плохо получается. Мало кто умеет хорошо вспомнить так, чтобы было интересно другим. А потом, когда ты понимаешь, что не очень интересно, ты начинаешь поддавать таких, знаете, литературных подробностей, которых не было на самом деле. Сочинять? Ну что ж, никто же не проверит. У Гоголя про Ноздрева, что вот он врал все время, и в какой-то момент он решил никогда больше не врать. Но тут ему привиделись такие подробности, да, что он не мог удержаться. Вот. И в этом смысле сложно. Нет, у меня мои воспоминания, вот они ничем не отличимы, ничем. Мне было 16 лет, когда он умер. И, конечно, у меня воспоминания, там мы куда-то идем, там он несет меня на руках, у меня очень ранняя детская память. Да. Угу. Вот, как это расскажешь? А для меня это важно, и для меня это остается. Вот. Самое яркое, не то, что яркое, а то, что понятное, да, это, конечно, то, что вот перевернуло мою жизнь, это его уход. И вот у меня, скажем, за это время, да, скоро 39 лет в этом году, как он ушел, и за это время, там, я не знаю, люди, там, у меня рождались дети, там, я не знаю, уходили близкие, не только, ну, время столько прошло. И все это, там, скажем, там, 20 лет, там, 30 лет назад там родился, там средний мой сын, там 32, старший. И это было давно, я так вспоминаю, это, боже, когда это было. А вот смерть отца, вот это был такой какой-то, вот такой какой-то и удар, и события, и эти похороны. У меня такое впечатление, что это было, вот там, не знаю, позавчера. Вот, вот наверное, это самое мощное, что вот произошло в моей жизни. Но и это связано с отцом, конечно. А вот такой вопрос. Вот сейчас у молодежи, вот вы как директор музея, наверняка это знаете, насколько сохраняется интерес, есть интерес к творчеству? То есть чувствуется, что имя живет и передается все из поколения в поколение. Вы знаете, сложный вопрос. Во-первых, хочется все время говорить, да нет, знаете, вот так, что как-то там рукописи не горят, золото не ржавеет, и там как вода дырочек найдет. В общем, короче, не пропадет Высоцкий, придет он к молодежи. Я вижу очень большие проблемы. И впереди, опять же, вот я вот как вот этот год был вот такой год потерь, связанных с Высоцким. Не только с Высоцким. Там, вы знаете, ушел Говорухин, там совсем недавно умер там Иван Бортник. И, в общем, и вот так было очень много вот таких потерь. И именно вот людей, которые вот точно, ну, как сказать, вот связаны с ним.
А вот их место никто не займет, никто про него больше не расскажет. Никто там, я не знаю, не скажет, там это плохо, это хорошо, это правда, это неправда. Все меньше и меньше таких людей. А самое главное, что вот это новое поколение, оно, ну, как любые молодые люди, их первое, ну, желание – это отрицать то, что было до. И у меня было так же. И вы люди молодые, но я думаю, что и у вас так же. Кто там когда-то там в 1900 что-то сказал, Высоцкий, там, кумир бабушек, дедушек, там, понимаете? Вот, надо работать, и не только мне, а вот там и тем, кто здесь, надо работать, чтобы то, что мы любили, то, что для нас было важно, чтобы это не навязано было людям молодым, а чтобы это было ими принято. Да, некоторые вещи успокаивают, вот есть очень хорошие ребята, ваши новосибирцы, они стали... ну, победителями, вот такой был конкурс в этом году, Высоцкий фест. Угу. Вот шел, помнил, перед телевизором забыл, но если у вас будет возможность, просто посмотрите в интернете, скажите их. Классные ребята, их здесь наверняка знают, музыканты, Рви Механи называется. Да, есть у нас такие. Вот, и был я с ними там познакомился, они такие ребята с характерами, там, я им там на одном из прослушиваний выключил электричество, потому что они не могли остановиться, значит, там идет конкурсная программа, они не останавливаются. Вот, а тут на финальный такой, значит, ну вот как раз вот финальные 10 участников, где они победили, и я переговорил там с их лидером, и он мне говорит, ну достаточно молодой человек, но для меня во всяком случае, он говорит, вот Высоцкий, вот это, и цитирует, и что-то говорит, и он не поет его, он не похож на него ни секунды, но он его в себя впустил. И поэтому, конечно, в общем, работать, ну, не то чтобы такие прям незаменимые, но работать надо. Uh-huh. Вот, но они принимают. Он стоит того, Высоцкий стоит того, чтобы его слушать и знать. Ну что ж, дорогие друзья, еще раз приглашаем вас всех 9 февраля в Дом ученых Академгородка на концерт Дмитрия Певцова, ну, посвященный Владимиру Высоцкому. Ну а у нас, напоминаю, в гостях был Никита Высоцкий, директор музея Высоцкого в Москве. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам.